Дорогие друзья, я эндокринолог Костецкая Светлана. И теперь помимо обычного приема в медицинском доме Одрекс, я буду проводить и онлайн-консультации. Я отоларинголог Друмова Алина. Принимаю в медицинском доме Одрекс, поликлинике для всей семьи жилмассив Радужный и теперь консультирую онлайн. Я уролог Денис Алешин и теперь помимо приема в медицинском доме Одрекс, я буду проводить и онлайн-консультации. Я кардиолог Майя Гурнателла. В медицинском доме Одрекс в настоящее время проводятся онлайн-консультации, помимо обычных. Меня зовут Калиниченко Николай Владимирович. Я доктор гастроэнтеролог медицинского дома Одрекс. Хотел бы вам сообщить, что помимо обычного амбулаторного режима приема, теперь я провожу консультацию в режиме онлайн. Я аллерголог и иммунолог Вадим Коцаренко. Помимо обычного приема, я буду проводить и онлайн-консультации. Если вы считаете, что ваша сложившаяся ситуация не требует детального осмотра, вы хотите получить другое мнение или проконсультироваться насчет приема медикаментов, и для этого не обязательно повторное посещение врача, запишитесь на онлайн-прием. Конечно, такая консультация не заменит обычного приема. Но с учетом сложившихся обстоятельств, мы готовы идти на этот шаг. Поэтому мы продолжаем принимать пациентов в медицинском доме. Но в некоторых случаях достаточно онлайн-консультации, чтобы не нарушать карантин. Записывайтесь по телефону +3 8 048 730 2030 и будьте здоровы!